А можно автографировать? Нет, пока нет. Алло, вот сюда, слева. Привыкать к такой обстановке. Вы своя. И все. Это козыри против него, как кандидата в президенты. Вот, собственно, чего и добивается. У него 2 года. Всего 2 года. Ну что, починить крышу Марьи Ивановне? Пообещать горючее? Знаете, он сам ведь своими вопросами отвечал, и у меня теперь уже устойчивое сложилось мнение, что, конечно, он каждый раз меняет свою точку зрения под чьим-то влиянием. Сюда, вы, наверное, обратили внимание, какой булыжник я в это болото запустил. Как забегали все эти тараканы, как они объединились, видели, да? Первый год 10% комплектующих, на следующих 20%. И подработать, зарабатывать. Проходят, имеют здоровье. Лебедя, мы еще не знаем, но надеемся на него, так как он многого не обещает. Но я думаю, он обратит особое внимание на промышленность, которая у нашего богатейшего края, которая стоит, грубо говоря, колом. Знаете, мне просто не симпатичен Лебедь. Так, по-человечески. Ну, а вообще, знаете, помните, Ромео и Джульетта, чума на оба ваших дома. Тот и другой за это при избирательной кампании надоели мне уже до смерти. Это были такие люди. Ну, этих книжек, конечно, больше.